вот, Николь, и закончилась наша свадьба. Вот это наш с тобой дом. Проходи. Красивый дом, только он какой-то пустой. Ну ничего, телевизор есть. Давай включим, посмотрим. Ну хорошо, давай посмотрим новости. Внимание! Сегодня у нас акции в магазине Сильванки. Мы акции на мебель и фрукты. Николь, ты слышала акции? Давай сходим в магазин и выберем с тобой мебель, еду для нашего с тобой дома. Ну хорошо, давай, пошли. Ой, смотри, Николь, сколько, какой тут большой выбор. И еда, и мебель, и посуда. Все есть для нашего дома. Давай выбирать. Давай, Никас. Поехали. Никас, смотри, какая красивая мебель. А посмотри, какая красивая кухонная плита. Да, это красивая, конечно, кухонная плита, раковина. Я думаю, что это обязательно надо нам купить. Как раз подходит под цвет нашего дома. Да, ну все, мы это забираем. Я думаю, пока Никас пошел относить на кассу кухонную мебель, я возьму этот диванчик. Пока Николь относит диван, я возьму вот такое красивое кресло. И вот это я буду все брать. Все это буду складывать в тележку. Все, тележка полная. Поехали. Возьму своей жене вот такую красивую сковородку и на ужин еду. Ой, забыл. И возьму вот такое красивое трюмо для своей любимой Николь. Ой, и возьму я целую тележку всех, все, что мне надо. И для мытья посуды, и продукты. Думаю, что Никас будет довольный. Дорогие покупатели, что вам нужно? Походите на кассу. Сейчас магазин закроете. Пробивайте все. А я деньгами. Все закончите, подойди. Сколько с меня будет? 15. 15? Да. И сейчас принесу. 20. Вот, держите, это ваши денежки. 18. Спасибо большое. До свидания, всего доброго. Ой, извините, мы вас забыли спросить, у вас есть доставка домой? Нет. Да, наша машина обязательно доставит вам все до дому. А как мы расставляем наши мебели и продукты, смотрите в следующей серии. Чтобы не пропустить эту серию, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Тогда вам придет оповещание, и вы сможете первыми посмотреть наше видео. Всем пока! Продавец! Пау. Всем пока! Пока-пока!